И американцы к вам не приближались даже? Нет, никаких попыток? Абсолютно. Американцы, во-первых, боялись, я думаю, просто это был первый случай обмена между двумя странами в общем, в эпоху холодной войны. И для американцев, зная их психологию, я теперь ее знаю достаточно хорошо, и государственную, и тем более органов безопасности и разведки, это было просто невозможно. Это было просто... это было бы таким скандалом. Вы знаете, даже вот сегодня уже при всех, в общем, страшных историях, которые произошли, тем не менее, в прессе появляются материалы, касающиеся, допустим, там, роли ЦРУ или американской разведки в иракском кризисе. Mm-hmm. Почему обсуждают? Потому что сейчас назревает реальный конфликт между Израилем и Ираном. И Соединенные Штаты, ну, это их задача не допустить конфликта, потому что если это мое убеждение, и об этом, собственно, многие говорят, вступать. Если такое столкновение произойдет, то, я извиняюсь, будет конец света. Потому что Израиль обладает достаточно мощным оружием, чтобы ответить, а Иран имеет столько своих сторонников, mm-hmm. мусульман, которые, к сожалению, имеют вот эти, все эти предрассудки, ненависть. Mm-hmm. Это может привести к всемирной катастрофе.